такая ответственность. Мы же понимаем, что мы решаем творческую судьбу тех ребят, которые пришли к нам на конкурс. И мы очень волнуемся вместе с ними. Мы всегда счастливы встретиться с моей любимой товарищем Попковой. По одной простой причине. Мы знаем, что мы очень любим друг друга. И не стесняемся об этом говорить. Да, и знаем даже нотную грамоту. Товарищи вокалисты, не давайте петуха. Пойте чисто, без фальши. Пусть все фальшивые ноты будут на моей голове, правильно? Не на моей, не дай бог. Не давайте петуха. Сегодня Коля будет слюнями обтекать, ему надо так будет протирать постоянно, потому что такая красота. Глаза. Закрываю глаза. Так, я закрыл глаза. Закрыл? Да, закрыл. Открывай. Ну, блин, я когда увидела, я не удержалась, понимаете? Смотрите, а есть Коля молодой, эпохи шарманки. Коля всегда молодой. Я вот, например, запасся салфеточками, потому что чувствую, что из меня сегодня будут течь слезы. Каждый участник хочет затронуть нашу душу, и у многих это получается. Все вместе этот мир мы сможем изменить. Все вместе для любви мы будем петь и жить. Все вместе, как одна огромная семья. Ну-ка, все вместе споем, друзья. Давайте подниматься на стену. Вы не первый раз на проекте «Ну-ка, все вместе». Второй. Каково это, возвращаться на этот проект? Волнительно, потому что на сцене сидят абсолютно разные персонажи, абсолютно разные люди, разные взгляды, разные вкусы. И хоть о вкусах не спорят, но очевидно, когда встречаются талантливые люди, а на «Ну-ка, все вместе» всегда очень много талантов, некоторые, чтобы отличиться, придерживают свои голоса. И я вот не хотела бы, чтобы сегодня в моем присутствии кто-то это делал, потому что это может очень плохо кончиться. Будете ругаться? Ну, у меня есть по правую руку потрясающий мужчина, который тоже стоит на стороне справедливости. Я думаю, что он меня будет в этом поддерживать. Лучше не будет. Я поднимаю тост со своего бывшего, какие обиды. Мы же взрослые люди. Хочу пожелать всего наилучшего, но лучше меня в твоей жизни не будет. Я редко вижу, что человек так спокойно спускается с этой трибуны. Что ты чувствуешь? Эмоции меня переполняют изнутри. Это необъяснимое ощущение, но я счастлив. Я очень счастлив. Оказаться здесь, быть здесь, петь для всех, для зрителей, для прекрасной сотни. Это было мега необъяснимое ощущение. Какой комментарий ты запомнишь больше всего? Все комментарии были озвученные по существу объективно. Практически все комментарии мне прям зашли. Что ты посоветуешь тем, кто еще не решился прийти на этот проект? Я знаю, что для тебя это было очень волнительно. Ты очень хотел, очень горел. Мы с тобой разговаривали с самого первого этапа. Насколько это было важно для тебя оказаться здесь? Что ты посоветуешь? Следующим участникам я хотел бы посоветовать больше уверенности в себе. Никогда не откладывайте свою мечту на потом. Делайте здесь и сейчас. Ты классно сказал. Непонятно, пока такое состояние какое-то, как
Не пойму, где-то в прострации. Эту песню выбрала ты? Предложили продюсеры. Я сначала не хотела, но потом я ее попела, мне она наоборот понравилась. И когда предложили типа поискать еще что-то, я уже отказалась. То есть она мне уже настолько полюбилась, и она была про меня настолько, что я не стала менять. Что батлом я могла бы показать себя во всей красе, но, видимо, так суждено. Я одно тебе могу сейчас сказать, не расслабляйся, вот сейчас держи стержень, потому что это еще не финал даже этого эфира. Вот правда, вот сейчас прям держись и будем верить. Давай, договорились? Договорились. Там дальше очень много сильных. Весь полуфинал очень сильный. Это правда, но этим и почетнее быть в рядах участников. Согласна. Три участницы набрали 97 баллов. Это значит, что за выход в финал будут бороться три участницы, правильно? Да! Тройной батл! Ты доволен результатом? Я как между двух башен. Я в шоке. Выцепила прекрасных мужчин с нашей стены, которые только что спустились. У нас сейчас здесь толпа, шум, все что-то обсуждают, рассказывают свои впечатления, друзья. Да эмоции просто кипят на самом деле. Я настолько был возмущен батлом. Почему? Потому что замечательный композитор Андрей Петров. Великолепная песня про любовь. Да. Но она абсолютно не конкурсная в сравнении с теми, которые были. Но вы не можете давать человеку, у которого 2,5 октавы диапазон, песню, в общем, достаточно такую простую, не совсем вокальную, не конкурсную. Да. Поминаю, они сами выбирают. А может быть, нет. Они сами. Но все равно, значит, музыкальный редактор должен сказать. Как участник, мы вас... видишь? Да, интересно, вот я сейчас... Я был участником проекта. Давайте. Я, более того, я, ну, можно сказать, победитель 5-го сезона. Можно так сказать. Действительно можно. Сказать, что каждый участник имеет право выбирать, какую песню он выберет. Эту же песню он имеет право полностью спеть на этой сцене. То есть это зависит от самого участника. Музыкальный редактор должен тогда остановить, сказать, нет, я против. Так. Потому что это будет плохо. Нужно, чтобы было наказано. Был бы мощнее. Можно настаивать. Вот в том-то и дело, надо настаивать. Понимаете, вот нужно вот все-таки бороться. Скажи мне, ты настаивал? Да, конечно. Вот, нужно бороться, понимаете? Когда... Ну, кстати, стоп, это очень хороший совет для наших участников. Все. Боритесь, друзья. Боритесь, отбирайте себе репертуар. Если вы знаете, что песня точно не ваша, или вам с ней сложно, или она полностью не раскрывает ваш потенциал, пожалуйста, боритесь до конца. Я вообще не понимаю участников, которые выходят и экспериментируют. И иногда можно сказать нелепо, потому что я себя просто сравниваю. И в прошлом году, да, я выступал, и с каждым выпуском я, получается, очень тщательно, очень серьезно относился к каждому репертуару. Это чистая правда. Да.
каждому репертуару. С каждым разом я все лучше и лучше. Днями, ночами я работал и показывал фишки по 20%, по 30%. Не все сразу. И в финале все миксануть, чтобы было феерично. А выходят, я не понимаю, участников выходят, мы экспериментировали, мы вот это сделали, то сделали. Ну и у вас не получилось. Не надо рисковать, вы не каждый день выступаете на этой сцене. И нужно, пожалуйста, отнестись к этому очень серьезно, друзья. То есть ты хочешь сказать, что конкурс – это не место для экспериментов, друзья? Да, здесь конечно. Вы должны выходить и на 100 баллов петь, правильно? Твои песни в репертуаре должны быть, они впеты. Я классный интервьюер, заметили? Ну, то есть как бы я веду. Ты видишь, когда зацепила с Фарухом это, ты понимаешь? Это вообще очень классно, на самом деле. Татаро-таджикская дружба. А это скороговорка уже, друзья. Татаро-таджикская дружба. Как я, у меня справилась. Не ко всем нашим участникам может подойти Коля и спросить их мнение. И очень круто, когда получается вас выцепить, и когда вот так, смотрите, схлестнулись. Я понимаю, конечно, что у вас там творится на стене и что вы сейчас чувствуете. Это жесть. Там эмоции вообще зашкаливают просто. Я боюсь, что стена не выдержит в финале. Просто. Давайте будем надеяться. Надо укрепить ее где-то, какие-то подпорки подставить. У нас есть двусторонний скотч, на котором держится здесь все. Людочка, вы разрешите мне, пожалуйста, дать совет участникам в дальнейших этапах? Да. Уважаемые, дорогие, мои любимые участники, наши самые профессиональные вокалисты, пожалуйста, не гоняйтесь за сотку. Сотки, они не совсем решают. Надо сюда, отсюда, к сердцу прямо, сразу. Потому что главная душа, главное, чтобы вы были настоящим, были эмоциональным. Главное, чтобы вы были без маски на этой сцене. Вот, это самое важное. Как кажется. Творческий джин такой в этом костюме еще. Как я вот, вы заметили, я как только просто вот одел вот этот вот свой чапан, я сразу превратился в какого-то мудреца. Вот. Но это тебе идет, кстати. Я это даю. Хожу туда-сюда. Подкаст от Варуха. А сколько переодеваний будет в шоу? Одно? Нет, три где-то было. То есть три халата? Да. Ну, классно. Трехкомнатные квартиры и три халата. Нужно соответствовать, понимаете? В каждой комнате по халату. В каждой комнате по халату. Мне кажется, кольцо Люси Чеботина дороже намного раз, мне кажется. Нет, просто кольцо Люси Чеботина, учитывая, это 33 комнаты твоих халатов. Боже мой. А обмен... Обмен никак, она не поменяет. Да. Все, понял. Не знаю, вот я сейчас вот как эксперт немножечко меня терзает сомнение в объективности вот этого вот решения. Хочется всех пропустить, но а чем там предыдущий, например, Ливан недостоин был? Может, ему тоже с песней Сивака не повезло? Ну, то есть, я не могу сказать, что с песней Сивака может не повезти. Ну да. Нет, но я имею в виду на примере. И мне вот как-то вот немножко от этого грустно. Немножко. Да, я тебя понимаю. Но у нас сильнейший полуфинал. И просто... мне кажется, что это огромный подарок, что эти участники будут у нас теперь в финале. Да. Но я вам желаю успехов. Не подраться в очередной раз. Еще сказать, то, что Сережа правильно отметил, что понравилось, не понравилось. Возможно, это от нашего настроения зависит. Я тоже как эксперт иногда сижу и такая, может, это жарко, да столько я уже устала. А с другой стороны, у человека судьба решается. И все мы не можем Сережа не вставать, сказал, да. Поэтому я встала все 11 раз. Моя совесть чиста. Господи! А что ты мне глаз выбила-то? Ты еще есть молодой, говорит, смотри. Тут уже престарелый, а здесь молодой. А сразу видно, что шарманка много денег принесла. Хорошо, если теперь я знаю, кто мой... Приоритет. И приоритет. Теперь я знаю свой приоритет. Она спит со мной, с двумя, со моими. Смотри. Засиделась, еще на моем лице посидела. Молодец. Пройди, спасибо. До Натальи стать нормально. Девки, что вы творите? Что творите? Боже мой, что происходит? Что я помешал? Я убежал, потому что у меня приоритет. Я не знал, что вам так платья идут. Девчонки, повернитесь в камеру. Ой, это здорово. Смотри, кокошник тебе хорошо. Боже мой, баскомания в деле. Ферсова, этот басков точно твой. Да. Даже два. Я вам нарежу другие части сестры тела. Сестры Басковы, братья Басковы. Смотри, братья Басковы и сестры Зайцевы. Я вам в следующую пятницу подарю это. Другие части своего тела. Мы в восторге, потому что сегодня были суперпрофессиональные вокалисты. Просто все показывали какие-то нереальные техники, но победило сердце. Вот кто больше вложил сердце и душу к песне? Кто? Вот да, для тебя, для меня... Все.
почти все, кто прошел сегодня. Нет, финал. Давай так. Какая песня мурашила тебя больше всего? I Surrender просто I я surrender, вообще да, просто разрывала. Офис молчит. Не работает. Опять. Обед. Ужас какой-то с этим ухом. Оно даже не дышит. Молчит? Молчит маленький инструмент. Маленький инструмент. Пойдет, да? Молчит, ничего не помогает. Сестры Зайцева, вы голосуете за одну участницу. Не вдвоем, а по отдельности. Это шоу «Ну-ка, все вместе», шестой сезон. Это шоу «Ну-ка, все вместе», шестой сезон. Запутал вас? Три девочки. Вы голосуете за одну. За какую? Это стресс, на самом деле, сидеть на стене. И когда ты ловишь вот эту вот волну, волнение какого-то, переживания, как ты себя успокаиваешь? Ты как-то тоже вот общаешься, как наша участница с малышом? А мурашки, а все эти слезы, а еще зашкаливают гормоны. Я думала, что это вообще буду рыдать с утра до ночи. Но я себя держу в руках с помощью вентилятора, вот. С помощью моего любимого мужа, да. Который рядом вот так машет, отвлекает меня, ой. Старается. И вообще, я очень люблю нашу стену за то, что мы все очень дружные, и у нас какая-то магия происходит. Мы даже самых нерадивых исправляем, и люди становятся лучше, чище и добрее. Исправительное учреждение «Ну-ка, да, все вместе», да, у нас фильм правда. «Павильон один». Серьезно. Здрасте. Во-первых, я благодарю за тот экспириенс, который случился у нас сегодня, благодаря вам за вот эту вот шикарную идею, потому что, блин, мне кажется, прослезились все люди, находящиеся в этом павильоне. Приветствуйте в своей семье. Подожди, еще рано, вы же ожидаете. Ожидайте в вашей семье Ким Аделина! Девочка! Как ты себя чувствуешь сейчас? Я еще пока ничего не понимаю, но чувствую себя абсолютно счастливой. Конечно же, во-первых, мы узнали, что у нас девочка, я до сих пор еще в это не верю. Во-вторых, Басков объявлял это на всю страну. Такого еще не было. Вот, ну и в-третьих, я выпила сотку. И додержалась до самого конца. Было непросто, конечно, но... Я вообще в шоке, что до сих пор одета, если честно. Это очень странно сейчас прозвучало. Я просто представляю, как уже хочется поскорее лечь, вытянуть ноги и так далее. У меня заряд эмоций и бодрости, потому что сейчас такой яркий финал, да, получился. Мы очень еще переживали за девчонок, очень болели друг за друга. И, ну, каждая из нас знает, что это очень все непросто. И что, ну, это дается... тяжелым трудом. Да. И не просто трудом, тут еще очень важен такой фактор удачи, который прям далеко не всегда благоволит тебе. Да. И вы знаете, да, и вы знаете, что в этот раз я думаю, а что, вот так бывает? И вот так бывает. Угадала, скажи мне. Да, да. Ну, конечно, я так и знаю. Я прям вижу по улице лицо. Чего мне тут свои конверты? Я уже карту открыла. Карта называется «Два лица Евы». Ну, Ева – это женщина. Ну, по-любому. Поэтому девочка. Скажу. А? Зима. Да, но сначала чем одеть, надо моль выбить. Ты же ее вчера выбивал. Вчера не выбивал. Чем меньше женщину мы любим, тем дольше мы всегда поспим. Ну что ж, мне сказали тебя не оставлять одну, чтобы ты в обморок не упала. Я буду твоей потанцовкой. Раз. Помните, как это в этом, Буньем? Одна пела это все время. Раз. Ребяточки, а еще раз, да, пока Коля тут шутит и бегает. Тебя целовал? Давайте, двигайтесь, двигайтесь. Давайте. Наконец-то мы снимаем новый сезон Николай Басков и его гарем. Радость безумная одолевает за то, что прошли действительно потрясающие люди, потрясающие певицы. Я бы назвала это девичник. У нас сегодня девичник. Действительно вокальный. Очень талантливый девичник. И действительно это большая надежда и невероятная гордость за то, что
у нас есть такая возможность действительно помочь абсолютно всем реально одаренным людям, которые созданы непосредственно для сцены, для того, чтобы радовать и облагораживать жизнь других людей, которые их слушают. Причем они все разные. Причем они все разные настолько, что думаешь, боже мой, как выбирать? Как? Это невозможно, потому что каждую из них хочется слушать, у каждой из них свое место, и у каждой из них свои поклонники, причем огромное количество будут, это однозначно, потому что после нашего проекта они будут просто на расхват, я всегда говорю. Вы знаете, что «Ну-ка, все вместе» помогает не только участникам, но и помогает нашей сотне, потому что у Андрея совсем недавно был сольный концерт, впервые за долгое время. За 3 года. Да, это на самом деле очень много для артиста, потому что артист без сцены не может. И я была на этом концерте, как и многие члены нашей сотни, и могу сказать вам, дорогие друзья, что я вам крайне советую сходить на концерты Андрея Солода. Будут периодически происходить в Москве. Андрюш, пообещай нам, что это будет каждый месяц, чтобы каждый успел сходить. А вот и как раз-таки к этому. Именно проект «Ну-ка, все вместе» помог мне вновь обрести эти силы, эту жадность, которая у меня, к сожалению, была, потом она куда-то делась, но это не важно. И я восстановил свою концертную деятельность. И я этому безумно счастлив, потому что у меня действительно выросли новые крылья. И мотивация всему этому – это вы. Вот видимые и невидимые мои друзья и коллеги, которые реально меня поддерживают и подталкивают. И как это важно, вы даже не представляете. Мы поддерживаем все друг друга, на самом деле. Это действительно что-то особенное. Где лучшие тусовки? У нас, в клубе. Здравствуйте. Запечатлел этот момент. Упс. Ну-ка, все вместе. Уши развесе. Вообще по-хорошему. Хлопайте ладоши. Спасибо. Спасибо.